and his hunger for power became known to more and more people, the demands to do something about this outrageous man became louder and louder. Зажигательные ритмы, исторические песни. Бунием Распутин, у вас Чингисхан. А вы знакомы с Бунием? Вы правы, мы работали в похожем стиле и часто пересекались на разных шоу в Германии. Мы даже жили как-то с Лиз Митчелл в одном доме. Но между нами не было соперничества, только дружба.